детском саду «Росинка» сотрудники МЧС организовали для своих подшефных детей увлекательный экскурс в профессию. Малышам посредством игры рассказали о серьезных вещах. Например, как не допустить вредного воздействия на окружающий мир или даже противостоять различным техногенным угрозам. Воспитанники детского сада с удовольствием знакомились с устройством пожарного рукава, надевали противогаз. Дошколята попробовали себя в роли спасателей, преодолевали препятствия, оказывали первую медицинскую помощь. Финалом мероприятия стало вручение подарков и, конечно, памяток с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях. Проводятся познавательные мероприятия во всех учебных заведениях города. Сегодня мы побывали с таким профилактическим мероприятием в детском саду «Росинка». Для чего проводится? Для того, чтобы познакомить детей, во-первых, с чрезвычайными ситуациями, с понятием чрезвычайной ситуации, ну и, конечно, с тем, как себя они должны вести. Для чего? Для того, чтобы обезопасить в случае наступления какой-то ситуации экстренной и привить навыки безопасного поведения.